Kia представила в Париже новое поколение компакт-вена Currents. Новый Currents стал действительно новым во всем. Внешне машина смотрится интересно и теперь напоминает располневший хэтчбэк Seed. И это сравнение не случайно, ведь в основе этих автомобилей лежит одна и та же платформа. Однако у компакт-вена колесная база растянута на целых 10 см и перенастроена подвеска в угоду большего комфорта. Изменился и салон машины. Отныне Currents получит большой красивый монитор, климат-контроль, подогрев руля, систему автоматической парковки, кожаный салон и прочее оборудование, доступное также для других моделей Kia. Компакт-вен будет предлагаться в 5- и 7-местном вариантах исполнения. На европейском рынке новинка будет продаваться с двигателем 1.6 мощностью 135 лошадиных сил и со 175-сильным 2-литровым мотором. Дизельные варианты будут представлены двигателем 1.7 в двух вариантах форсировки мощностью 115 и 136 лошадиных сил. Трансмиссии на выбор также две – это шестиступенчатая механика или автомат. Продажи Currents в Европе начнутся в марте следующего года.